вот вас потеряли, но уже нашли. А если бы я вам не позвонила, не пришли? Нет, такого. Я вас... Да. За пациентами иногда нужно следить, как за детьми. Терапевт Елена Булгакова успевает проверять состояние почти 2000 человек на своем участке. Под пристальным контролем пожилые, чьи показатели давления сразу вносятся в систему. Могу утром зайти и посмотреть, кто у меня из пациентов, как вчера себя вел, как он провел день, принял ли он лекарства, потому что это сразу видно по динамике артериального давления. По ее наблюдению, в топе современных болезней – гипертония и сахарный диабет, чаще всего наследственные. И здесь роль участкового терапевта важна как нигде. В силу возраста района пациента видит поколениями, отчего и выявляет закономерности. И я уже могу изменить свою тактику лечения и ведения с пониманием уже вот течения заболевания в динамике. В стационаре, вот врачи стационара, они его вылечили, выписали, они дальше не знают, что с ним происходит. Мы его снова получаем, снова лечим. Скрупулезно ко всему относится, все спрашивается. Но не так просто, неформально, и с уважением, и чувствуется забота, забота. Не просто так, а чтобы помочь и вылечить. Состояние улучшается? Да. Тут можно к дереву постучу. После жарких дней Нина Иващенко мучается от давления. С недомоганием не тянет, сразу идет к врачу. Чем не идеальный пациент? Тот пациент, у которого есть желание лечиться, есть желание что-то сделать для своего здоровья. Бывает пациент, которого нужно зажечь этой идеей. А бывает, что нужно не зажигать, а спасать, когда находят онкологию на ранних стадиях. Но вовремя выявленная болезнь, лечение и ремиссия. А потом пациент заводит семью и приводит на прием уже своих детей. Такие истории Елена Булгакова не забывает. Анастасия Дороган, Алексей Фризин. День с толком.